Признак лета. Очередь в банкомат. Ну что, приехала я в Черноморск. Фух. Жарища такая, дышать нечем. Вроде бы и ветерок есть. Ну просто вот я даже не дошла до почты. Вон дойти-то чуть-чуть. Села на лавочку посидеть. Сейчас, конечно, спасение только на море, в воде. Так, ну ладно, сейчас на почту схожу. Мне сегодня надо и до пляжа дойти, и дойти до магазина, вот до этого, до яблока, до нового. Ой, я буду тут жить. Так, отправила я в Сочи Ирине бандерольку. Ой, прям не хотелось уходить оттуда. Там кондиционер. И вообще, я очень люблю Черноморский главпочтамт. Вот очень люблю. Ну, девчонки такие доброжелательные. Такие всегда прям объяснят, помогут. Вот почту прям вот можно сказать обожаю. А в Мурманске не люблю почту. Вечно там очереди. Вечно какие-то они недовольные. А тут хорошие. Девочки очень хорошие работают. Вот они даже между собой настолько благожелательно разговаривают. Как-то так вот очень приятно. Так, ну ладно, куда мне теперь? Пойду на пляж схожу. Конечно, жарко, но что делать надо? Это клуб офицерский. Женщина, а можно здесь машину в аренду взять? Ой. Скоро у меня такие распустятся. Ну, давно ли я тут была? Было еще практически все закрыто. Дым. Там шашлык на мангале жарится. Столовки пооткрывали. На солнышко не пойду. Ну, сами видите, народ едет потихоньку, но прибавилось много людей. Все открыто, все работает. Вон блогер какая-то ходит в белом, девушка. Снимает на камеру. Да. Какая деятельная блогер. Нет, хорошо, хорошо. Ой, а детям этот песочек, конечно, замечательно. Красота. Так что не бойтесь, приезжайте.
Все хорошо. Люди купаются, жарище. Да, мой хороший, это мальчик. Ну ладно. А я все-таки не зря в купальнике. Пойду-ка я открою сезон в этом году. Потому что я так вот, ну, что-то думаю, одену купальник на всякий случай. Не, ну на такой жаре невозможно. Пойду-ка я занырну. Ой, ну что хочу вам сказать. Вылезать не хотелось. Уходить не хочется. Вода просто парное молоко. Но надо, мне надо. Еще в несколько мест зайти. Ну кайф, ребят, просто вообще. Ну, вон, видите, народу сколько. Конечно, не сравнить с тем, что было раньше, но, извините, пандемия, ее еще пока никто не отменял. Ну, просто замечательно. Не хочется уходить, но надо. Ну что, все палатки работают. Экскурсии работают, кафешки работают, все работает. Ну что, посмотрела по часам. Полчаса я не вылазила из воды, а мне показалось, ну, минут 10. Ой, прям не передевалась, прям. На мокрый купальник одела платьишко. Но оно хоть попрохладней. Сейчас пока дойду до яблока, до магазина. Высохну все. Маршрутки стали ходить. Сегодня хоть не пришлось вызывать Толика. Но назад-то все равно придется ехать на такси, потому что они ходят редко. А может, пока прохожу, может, и до следующего автобуса дождусь. Жарко, мои хорошие, жарко. Как спасают вот такие тенистые улочки. Слушайте, а здесь вот я когда-то снимала. Здесь все было заросшее, стояли какие-то развалины. Мне кажется, это раньше был какой-то детский сад. Давно. Вот это все было заросшее. Повырубали, покосили, все убрали. Потихонечку убираются эти развалины местные. Я даже не узнала. Вот еще открыли маленькое заведенице. Хорошо. А это вот доска почета. Молодежь Черноморского. Да, замечательно, есть ребята. Очень. Два парня, вот я сама видела на их концерте, как играют на саксофонах, просто молодцы. Да, конечно, талантливая молодежь есть везде. Самое главное — дать возможность образования и продвижения. Прямо с тени не хочется выходить.
Все работают, все палатки. Ну ладно, сейчас схожу в новый магазин, посмотрю. Толик вчера приезжал ко мне, он не в восторге почему-то. Ну ладно, я своими глазами посмотрю. Ну вот, открылся этот новый магазин. Сейчас пойдем посмотрим. Ну, я, собственно, хочу посмотреть, есть ли тут что-нибудь такое, чего нет в других магазинах в Черноморске. О, вареньев всяких. Грибы белые, ой, подосиновики, так, корень сельдерея, боже ж ты мой. Наборы для салата. Надо молочка взять, кабаси. Угу. Батюшки. Музыка, конечно, музыка, она везде, это музыка. Ну, что хочу сказать. По ассортименту это уже похоже на магазин. Буквально неделю назад, когда я спросила в магазине морскую соль, и мне дали крымскую, я говорю, а другой-то нет. Вот туда и езжайте за солью, ехидно мне вот так сказали. А оказывается, теперь есть и гималайская. И Атлантика. Ура! Наконец-то. Кажется, мелочь. А для меня вот не мелочь. Этого быть не может. Готовая еда. Ура! Господи, 5 лет я этого ждала. Сбылось. Боже мой, каких там только нет булок. С чем только нет. Наконец-то хлеб нормальный появился в Черноморском. Не знаю, что Толик не в восторге был. Так, что еще?
Да, он небольшой, тесноватый, но... Ну, что делать-то? Так. Так, ну, понятно, все я вам за один раз не покажу. Но я думаю, постепенно изучим весь ассортимент. Вот на площади арбузы 45 рублей килограмм. Здесь 29. Так. Ну что, я в восторге от нового магазина. Хотя бы побольше ассортимент. Немножко другой, чем во всех магазинах Черноморского. Есть готовая еда. Есть вкусный хлеб. Ну и ассортимент, да, покруче. Я считаю, что вот этому Крыму можно смело закрываться. Никогда там ничего не было. Так что теперь мой любимый магазин – это магазин «Яблоко». Ну что, я вернулась. Настроение у меня замечательное. Вот видите, вишня вся на земле. О. Толик говорит, да ну, ничем не отличается магазин. Ну да, ничем. Вот, а я утром... Вон, видно вам, занавесочку повесила на втором этаже. Теперь у меня там будет дверь открыта. Все побольше будет сквознячок. Не отличается. Я говорю, я ждала 5 лет, пока появится магазин с готовой едой. Ну вот, вот скажите, вот я одна. Ну, варила вчера супчик себе. Ну и что, и забыла я его вечером убрать в холодильник. Он все был горячий-горячий. Все, утром встал, он прокис. Ну, чего-нибудь приготовлю. Я никак не привыкну готовить для себя понемножку. У меня как-то получается больше все равно. Ну и вот... Или пропадет, или просто лежит-лежит в холодильнике. Потом выбросишь. Ну, раньше это был черный. Он у меня все подъедал. А тут пошел, купил себе немножко, и все. Я говорю, а сколько там всяких, господи, булок с чем только нету. И хлеб, наконец, вкусный появился. Ну вот, а ему и не понравилось. Он единственное заметил, что, ну, тесновато там, да. Тесновато. Но опять тесновато, это вот сейчас летом. Только открылся магазин, всем любопытно, ну и отдыхающие, понятно. Вот. А зимой там будет красота. И не будет заметно, что там тесновато, и все будет хорошо. Ну ладно, пойду домой. Дела ждут. Добрый вечер. Еле успела. Вся заковырялась в своих делах. Вон уже и солнышко сейчас спрячется. Ну что, мои дорогие, вот еще один день прошел. Все. Сейчас стемнеет моментально. Как тут вот темнеет прям резко. Вот вроде бы, ну чего, вот оно. Небо голубое, все. Нет, сейчас хоп, вот солнце только это, и все. И темно. Ой, тут прям трасса у нас, понимаете, летом. Зимой-то нормально. Даже тишина бывает, а летом просто трасса. Как Москва, Санкт-Петербург.
Ну что, мои дорогие, давайте прощаться до завтра. Эти оглашенные все равно не дадут поговорить. Я бы, конечно, постояла бы еще, что-нибудь поболтала бы. Ну что-то, честно говоря, спать хочу. Хоть спать-то рано. Совсем рано. Я, конечно, сейчас спать не лягу, но что-то хочу спать сегодня. Вот, так что давайте, зайки, чтобы крепкого сна всем. Вот он пришел. Кабасенька. Кабася, дорогой. Ты тоже пришел попрощаться, да? Сказать спокойной ночи, мальчик. Вот, об ноги трется. Все, мои дорогие, давайте, не болейте, не грустите, берегите себя, пожалуйста. И будьте все здоровы, ладно? Ну и хорошего, спокойного вечера и спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Крепкого-крепкого сна, чтобы не просыпаться. А прям, знаете, как лег и уснул. И утром проснулся. Это прям моя мечта такая. Ну все, мои хорошие. Спокойной ночи. Ну и пока-пока.